Друзья, всем привет! Канал Арба Томс приветствует вас. Если еще не подписаны на наш канал в Ютубе, подписывайтесь, чтобы узнавать, что это такое город Мерсин. Дорогие друзья, находимся в город Мерсин и район Мезитли. Дорогие друзья, Мезитли — это самый такой быстроразвивающий район и самый близкий район до центра Мерсина. Дорогие друзья, еще центр Мерсина пляж нету, но Мезитли есть песчаный, длинный, широкий пляж есть. Дорогие друзья, здесь это очень хорошо в самом деле. Так что, друзья, скоро хочу с вами поделиться одна шикарная квартира. Если, может быть, из вас кто-то знает, я раньше эту квартиру вам показывал. 3+1, 170 квадратных метров, продается с мебелью, с бытовой техникой. Очень хорошо в самом деле. Это очень хорошее месторасположение. И рядом есть торговый центр, соли название, друзья. Еще у меня напротив сразу море, песчаный, длинный, широкий море. Вот такой большой, огромный сад есть, вот этот длинный, вот эта дорога, это относится в этом комплексе, друзья. Очень хорошо, в самом деле. Давайте еще вместе пешком. Вот я открываю дверь, открываю, если получается. Вот так. Открываю дверь и вместе идем пляж. Вот. Потемку закроем, чтобы обратно заходили. Вот. Очень хорошо. В самом деле. Вот комплекс здесь и пляж здесь. Комплекс здесь. Сейчас, который будем с вами поделиться. Вот это квартира. И море здесь. Пляж. Песчаный пляж. Очень хороший пляж, в самом деле. Вот так, вот такой пляж. Люди там купаются. Очень хорошо. Шензон тоже есть. Лежак есть. Вот здесь. Позавчера я здесь позавтракал. Очень хороший здесь завтрак. Вот это рестораны. И здесь на улице есть тренажерный зал, друзья. Так что у меня сегодняшнее предложение для вас — это, потому что очень хорошее предложение. Я люблю как-то недвижимость, месторасположение, друзья. Очень хорошее месторасположение. Тихо, спокойно. Еще центр Мерсин, дорогие друзья. Еще здесь рядом есть пляж, песчаный пляж. Я сам утром, сегодня утром купался здесь. Очень хорошо, песчаный пляж. Это просто уникальное место, друзья. Вот есть люди, которые иногда в центр города хотят жить, но пляжа не бывает. Но в Мерсине есть центр города Мезитли. Здесь живете, вот здесь живете, здесь у вас пляж. Здесь пляж и бассейн тоже есть, но бассейн как-то такое месторасположение, такое расстояние до моря. Бассейн, я думаю, что вам не интересно будет. Поэтому, друзья, если вам интересно вот это предложение, изначально хочу сказать, торг уместен. Торг уместен, меня так предупреждали, так что, поэтому, если вам интересно, обязательно можете ко мне обращаться. Пишите мой номер телефона +90 530 442 42 33. Пишите, мы с вами можем про жизнь Мерсин поговорить, потому что Мерсин действительно это уникальный город, интересный город, семейный город. Здесь очень интересная жизнь. Я уже 4-5 дней здесь по делам занимаюсь и разными людьми встречал. Действительно, люди здесь совсем по-другому. Люди здесь гостеприимные, друзья. Очень хорошо. Народ здесь в самом деле. Итак, давайте еще немножко тоже сад посмотрим, потому что очень важно для меня сад. Вот здесь бассейн. Вот это место. Бассейн. Там бассейн. Идем с вами еще дальше посмотреть. Вот. Итак, друзья, если вам нравится, обязательно подписывайтесь на наш канал в Ютубе, наши видеоролики. Я думаю, что мы для вас очень полезные вещи делаем, для вас очень полезные информации собираемся, потому что
Действительно, не только у нас город Аланья, у нас еще есть город Мерсин, друзья. Почему-то не знаю, в последнее время очень много людей покупают недвижимость именно в Мерсине, потому что Мерсине такой город, возможность много, не только для проживания. Здесь, если вы хотите какой-то бизнес открывать, если вы хотите здесь именно учить образование, между прочим, в этом районе Мезитле есть университет, дорогие друзья, два сад факультет есть, и если вы хотите здесь учиться, вот этот город ждет вас, дорогие друзья, в самом деле очень хороший город. Параллельно мы с вами катаемся, друзья, вот это место, это все сад, который относится сюда. И с вами можем еще дальше идти, чтобы вам показывать полностью вот этот сад. Это сад только относится сюда. Есть еще здесь баскетбольные поля. Вот здесь посмотрите, это баскетбол. Вот такой баскетбол. Вот. Тихо, спокойно. Центр Мерсин, дорогие друзья. Мезитле это центр Мерсин получается. Мерхаба, чужбар. Merhaba. Selam ver. Selam ver. Merhaba de. Merhaba. Вот дети здесь в саде играют. Мы с вами обошли вот это все. Ходили весь комплекс, друзья. Начали с той стороны. И здесь продолжаем. Теперь мы будем с вами подниматься сверху, чтобы посмотреть вот это наша квартира, которая 3+1, 170 квадратный метр, продается с мебелью, с бытовой техникой. Очень хорошо место расположения, дорогие друзья. Если место было бы плохо, я вам это не рекомендовал бы, потому что для меня очень важно место расположения. Evet. 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 Arba Toms. Hadi hep beraber söyleyelim. Bir Arba Toms beraber söyleyelim. Gelin. Gelin. Eğilin. Ha, bot. Arba Toms. Arba Toms. Arba Toms. Arba Toms. Мы вас ждём. Böyle tekrar edin. Мы вас ждём. Мы вас ждём. Всё, скажите. Пока-пока. Давайте, теперь заходим внутрь квартиры. Дети, действительно, это счастье. Я очень люблю с детьми время проводить. Поэтому все родители, хочу сказать, как-то есть у вас время. Субботу, воскресенье особенно проводите с детьми время, потому что это наше счастье и будущее. Давайте, теперь поднимаемся наверху. Оп, сразу мы попали внутри квартиры, дорогие друзья, вот в таком виде, море, видите, вид на море, вид на сад, и с вами давайте начнем отсюда, очень вот такой красивый, наверное, сразу бы узнали, да, раньше я вам показывал эту квартиру, вот такой шикарный кухни, очень хорошая кухня и очень хорошее качество ремонт сделали. Между прочим, не забывайте, друзья, здесь в районе Мезитле есть газ, отопление есть, зима, проблемы нету. Вот посмотрите, здесь у вас открытый такой панорамный открытый. Очень хорошо. Воздух здесь действительно очень хорошо. Здесь никак ты не закроется, потому что это уже чужой другие комплексе сад получается, поэтому вид как есть сейчас всегда так будет, друзья. Потолки высокие, мне здесь больше нравится, что вы знаете, вот это люстра очень красивый, такой ухоженный, такой действительно видно, что хозяин тратил много деньги, качество очень хорошо, вот это все хорошее качество, это вторичное жилье, друзья. И дерево, мебель очень качественная, вот это дерево, мебель остается, друзья, как видите, она так продается, между прочим, отдельно кухня, вот зал здесь, здесь кухня, отдельно кухня, здесь вот такой шикарный зал, и здесь вот ламинат, очень красивый, такой хорошо, очень хорошо ламинат, и сразу у нас здесь такой большой один дайкон, кондиционер, друзья. Вот дайкон, такой кондиционер, дайкон.
очень хорошо кондиционер. Видите, здесь тоже люстры такой красивый, хорошо. Я вам сегодня скажу, не переживайте. Сегодня обязательно, видите, еще русский канал именно для вас, такой аксессуар. Очень хорошо. Wi-Fi есть, уже готов. Такой дизайн очень хорошо. Очень хорошо качество дизайн, друзья. Вот такой. Это зал, получается, зал. Рядом есть, не забывайте, друзья, торговый центр, аптека, продуктовый магазин. Очень хорошо место расположения. Это Мизитли, который самый близкий центр города. Вот это место, получается. Центр города, бумерсный пляж, не то, но здесь есть. Потому что это уникальное место, друзья. Красота, правда? Посмотрите, пожалуйста, я очень люблю вот это, очень люблю вот эта плита, очень качественно даже. Я такой смотрю для себя, можно еще даже такой привлекательный свет, вот такой действительно. Еще посмотрите, дверь очень качественно, вот такой дверь, очень качественно, открывается сразу, вот такой дверь, очень качественно, здесь... возле перехожей есть шкаф для обуви, шкаф есть. Вот видите, друзья, давайте, между прочим, посмотрите, здесь газ. Вот в Мизитли есть газ. Вот такой газ есть. Поэтому по поводу отопления здесь проблемы нету. Здесь газ есть. Итак, здесь, друзья, вот это детский санузел, детский туалет. Здесь это детский, не общий. Хозяин меня предупреждал, что я в прошлый раз говорил, что общий, это не общий. Так что он меня ругался даже. Это не общий. Вот. Шучу, конечно. Он не ругался, он просто предупреждал, что это не общий, это детский санузел. Здесь уже общий. Вот это как... Чамашир-макинесе тоже входит в стоимость. Вот это общий, друзья, вот это общий. Очень красивый, вот это камень, очень красивый, да? Видно, что турецкий стиль, очень хорошо. 3+1, 170 квадратный метр. И здесь есть такой, друзья, вот такой шкаф есть. Большой шкаф здесь, огромный шкаф. Вот это детская комната. Вот посмотрите. Вот такая детская комната. Очень приятно. Такой чистый, ухоженный. Как-то чистый, ухоженный. Хочется много-много показывать вам. Это уже родительская комната, друзья. Вот такой здесь. Вот такой, видите? Вот такой кровать. Очень красивый, хороший кровать. Вот так. Такой кровать. Здесь шкаф то есть. Как видите, она так продается, друзья. Абсолютно, как есть, так продается. И давайте еще идем в другую комнату. Видите, такой красивый, хороший люстры в самом деле. И здесь тоже кондиционер есть. Очень хорошо. Такой светлая квартира. Белый свет. Такой светлая квартира. Еще одна комната здесь, друзья. Тоже детская комната. Очень. Короче, место расположения очень хорошо. Видите, вот. Шок, вот напротив шок, там есть еще рядом какой-то мебельный магазин. Вот это все центральная улица, вот это видите, автобус едет тихо, спокойно. Между первой и второй линия находимся. Между первой и второй линия находимся, друзья. Вот такая красота, очень уютно. Если я жила бы здесь, я жил бы здесь, вообще из дома никто не ушел бы. Очень красиво, потому что уютно, приятно здесь жить, сидеть. Так, не просто так квартира сам себе красивый, друзья. Еще здесь такой аксессуар есть, такой аксессуар очень красивый и очень такой качество богатый. И мне такой, так, как будто привлекает, а здесь нету, никого нету, чтобы украл. Такой аксессуар очень красивый, мыли, такой сладкий аксессуар здесь, друзья, не только квартира сам себе качество, очень красивый аксессуар, дизайн очень хорошо, друзья. Так что, друзья, с вами был Асым, ваш человек в Турции, из Мерсина, большой привет, сегодня с вами был район Мизитли, здесь что есть, здесь есть факультет и два сада.
факультет есть, университет есть, и здесь есть, друзья, газ. По поводу отопления проблема нету, зима будет тепло, хорошо. И еще песчаный пляж, широкий пляж в Мерсине, центр Мерсине, такого пляж нету. Но это место просто, вот это место, уникальное место. Поэтому, кто хочет жить именно семейной жизнью, попробовать, вот это место действительно очень хорошее место. Или, либо у кого есть большая семья, вот это 3+1, который 170 квадратных метров именно для вас. Либо кто собирается много-много детей делать, дорогие друзья, это тоже для вас очень удобное место расположения. Рядом есть продуктовый магазин. Я вам показывал, есть еще торговый центр соли, дорогие друзья, название. Очень хорошо. Вот это все городская инфраструктура здесь. Везде пешком можно идти, дорогие друзья. Пешком можете везде ходить. Так что, конечно, еще что интересно для вас. Сена. Сена очень важна, друзья. Сена. Сказать вам? Давайте скажу. 500 тысяч лир. Я не знаю, евро, доллар, какая сена будет, но для меня самое главное, чтобы оплачивали лирам, дорогие друзья, торг уместен 500 тысяч лир. 500 тысяч лир, друзья, именно для вас очень хорошая сена. Я думаю, что вы, если вы не понимаете лира, вы переводите на евро и на доллар, увидите совсем дешево, совсем дешево получается. Если вам интересно, пишите индивидуально, можно поговорить со мной лично, +95 130 442 42 33. Там есть Viber, WhatsApp и Telegram. Всем удачи!